Здорово, с вами Орел, я твою мать. GTV, сегодня два играю. Один не нашел, нашел два зато. Погнали. Я немножко уже поиграл в эту сумасшедшую игру. Еще раз сказать, игра это, где машина должна выполнять задание, за которое монетки нам даются. Короче, смотрите, есть виды машин. Вот я как что играл, прошел на машину для побега. Это я так ее испытал. Сейчас у меня буду на такси играть. Также у меня есть мафиозная машина. Это там, они еще какие-то классы машины. Также есть вот такие штуки, задание выполняешь и получаешь монетку. За монетки ты покупаешь потом ящик, в который выпадает рандомная машинка. Объяснил, что смог. А хотите подбирать корону испытаний? Я вот это не могу выполнить, потому что я не знаю, что такое корона испытаний. Типа, я знаю, есть такая корона, а как это поднять корону испытаний, я не понимаю. Это о чем идет речь? Кстати, да, еще за мной всегда менты гоняются, еще забыл сказать. От них есть повод сбежать. О, там монетка. Монетки тоже собирать надо, кстати, это очень полезно. Я не знаю. Тут эти знаки вопроса самые, кстати, кайфовые вещи. Во-во-во, смотрите, я сейчас тупо. Конец игры. Да. Ладно. Да, 81 осталось, это мне монет, да, следующий. Каскадер. Ой, блин, я задание не прочитал. Каскадер. Я знаю, есть десант. Прыгай, что каскадер прыгай. Блин, логично подумай, чел. Каскадер. Блять, каскадер. Сука, в цирке был. Заебался. Каскадер. Кто возвращается? Все, посмотрите. Выполняет. Ладно. А тут нельзя прочитать? Не, не. О, подожди, она на пол лежит. Заходите подбирать корону испытаний. Питание... А! Это корона опять поднимать. Я не понимаю, что за корона. Я сейф поднимал. Я ящичек это поднимал. Я вот эти знаки вопроса поднимал. Мне кажется, это прикольно. Можно вот такое сделать. Еще подпрыгнуть. Опа, дали. Хопа. Что за корона испытания? Вы мне объясните, тупому человеку. Что это такое? Опа. О, вообще. А я смог бы, знаешь, теперь лететь. Блин, что такое корона испытания? Вот я знаю, есть такие вот штучки. Я себе. Что такое? Как это выполнять? Я офигел. Понимаете, корона испытания. Да хоть... Вот опять корона испытания. Я не понимаю это число. Что это за дичь? Как это за дичь? Мне лично все равно. Какой, какой, знаете, какой хотите. Да блин, менты за... Нет, в жизни такое не так, как говорить, но... Блядь, подвинь, реально, ты ебать, нахуй, я сам ебать это задание не буду помнить. Вообще, тут не буду не сдвигаться. Корона испытаний, что это такое? Чемодан, сейф, на сейф попробую. Я еще не ходил. Может специально есть такая штука. Ладно, попробуем еще раз. Находите и подбирать корону испытаний. Как это выглядит? Вы мне покажите, как эти короны испытания выглядят. Дайте тупому человеку. Я знаю монетки. Слушай, если монетку поднять. Это монетка, корона испытаний. Вряд ли. Хотя... Мне не судить. О, кстати, ментовский куб. Вот, давай монетку потом поднять. Не, видите, не считается монетка. Корона испытания. А если корона испытания, это те же самые обычные испытания? Ну, типа, если вы не поняли, о чем я сейчас объясню. Типа, я, кстати, не знаю, что музыка с авторскими правами, число, поэтому... Блядь, это если я, типа, поднял чемодан, успел чемодан выполнить, это считается какое-то корона испытания? Нахуй. Я, кстати, подумал, что это скоро помощь. Так, блядь, погнали еще раз. Каскадер, блядь, это надо подумать логически. Как это ебать бы погнать? Что это, блядь, такое? Я, кстати, думаю, эту игру буду проходить, она мне нравится. Нахуй.
Обалдеть. Как это поднять, а? А мы полезательно собираем. Они на дороге не валяются. Да блин, у нас 650 меня, а? Парень. Нахуй, всё, я тебя Годзилла. Пошли нафиг. Бля. А ну-ка. Блин, хотел прямо по монетке ездить. Ебал я. Я не вижу здесь всяких. Корона испытания. Что это? Что это? Я понял. Давай поедем еще раз. Ну хоть бы объяснить дали, какой-то корона испытания. Что это? Вы объясните такому человеку, а? То есть это другое лучше задание, не знаю. Дали, блин, потому что Натали мне это будет. Так, вот монетка. Надо забрать ее. Это святое. О, сеть. Давай попробуем. Подожди, мы грабли. Так, значит мне куда-то сюда ехать. Теперь. А, типа вообще там. Здесь открыл, когда приехал. Разорвался. Не, мне теперь, чтобы класс без света купить. Пофиг. Думаю. Так, еще раз. Так, твой каскадер. Я сам не знаю лично, что все такое, кто все такое. Может сам потом попробовать выполнить это задание. Сила! Нет! Вот это самое жесткое, фон для рейд. Ладно, ребят, всем удачи всем. Хотя давайте еще раз зайдем. Так, сюда. Что это было? Блин, а где мне все рискать эту фигню? Не скажите лучше, на моем месте. Монетка. Монетка-то святого. За них, кстати, машину можно покупать, видите? На монетки можно за 100 монет машину. В жизни, если так было, я бы за сколько себе машину купил бы? За 500 рублей, прикиньте, 5 машин. Это то что, едешь по городу, и ты такой мешкосавь за тобой. Так что? Ладно, всем удачи, всем.